Я Андрей, я вернулся. Чудесно. Вон туда, на ту. Ну, ветер вроде послабее стал. Послабее, но березка сдувает иногда порывами. Да-да. На трубу. Какой счастье! Я Ельцов Андрей, я веду прямой репортаж с места событий. Рекомендую всем. А что касается меня, то двух прыжков вполне достаточно. На сегодня. Я выбрал самую тоненькую веточку. Она не порвется. Уже проверено, да? Откипывай. Ну отпускай ты, что стоишь. Да ё-моё.